ребят, мы идем дальше. Вот смотрите, тут есть вот такой трактор. Вот теперь как мы с другой камеры выглядим. Кстати, у меня очень хорошо другая камера себе вот это снимает. И дождь начинается. Ну реально, она не пошутила. Реально на телефон капнула. Да. Смотрите, как... Рис, встань возле этого колеса. Смотрите на колесо и на Лизу. А ты встань вот сюда возле трактора. Лиза и трактор. Пипец, я растена. Так, пойдемте теперь в кабину. Нам сказал папа далеко не уходить. Ребят, если вы... Реально уже все, на меня уже дождик покапал. Если вы гуляете, ребят, одевайте капюшоны. Или дождь с собой берите. Так, ребят, короче, нам нужно быстрее все доснимать, а то уже дождь. Да. Так, смотрите. Вот тут внутрь. Сейчас откроем дверьку. Она не открывается. А у другой? О, у другой дверь. Так. Сейчас. Так, смотри. Смотрите, что у нас тут внутри. Артём, смотри. Чё? Так, смотри, что у нас тут. Туда же это, Артём, смотри. Тут, смотрите, даже зарядка есть. Вот смотри, тут зарядка лежит. Вот зарядка. И кофе. Смотрите, что такое. Ребят, смотрите. Ребят, нам надо вам вон тот последний показать, потому что нам нужно уже побыстрее отсюда уходить, потому что дождь начинается. Так вот у нас этот. Руль где-то потерялся. Кстати, ребят, я к вам... Я завтра опять сюда вернусь. Знаете, зачем? И знаешь, Лиз, мы с тобой опять сюда пойдем. Знаешь, для чего? Для чего? Брать отсюда металл. Так. Опа-па. Ребят, если что, про металл я пошутил. Так, извини, я просто отошел, чтобы вам показать его получше. Там у нас блокпост охраны, и там тоже. И смотрите, вон там дым идет. Там что-то сжигает. Смотрите, вот тут колесо. Такое вот. Это, наверное, это от советского трактора. Вот это все от советских тракторов. Пойдемте. Вот видите болт? Он может быть очень заразным. У меня есть еще... Кстати, стой! У меня же есть, знаешь, что с собой? В телефоне, то есть. У трактора есть. Вот. Смотрите. Есть вот такие вот. И знаете что? У меня еще... Как он называется? Металлоискатель. Короче, он... Очень хорошо работает на металл. И мы вот это проверим, но это у нас снять не получится. Вон, смотри. Он, да, там еще один. Ой, смотри, вот этот. Мы пока вас не будем. Мы пока вам не про вот эти я папе говорю. Видите, тут про вот такие фигни. Погнали. Мы вам, короче, побыстрее все покажем, и потом уже пойдем. Да, вот тут есть кабина еще одна. Я попробуем в нее посмотреть, что там есть. Ребят, только нам тут главное, чтобы к нам клещи не попали. Все, короче, погнали быстрее. А то еще клещи могут залезть. Ребят, там какие-то были...